Какие они красивые кристаллы. Ну, я тут постоянно сидела. Всем привет! Мы уже дома. Аленушка кушает днем. Варвара уже поела в комнате. Да, я наелась окрошки. Еще маленько поела арахисовой пасты. Очень вкусная, прям. На диете, наверное, самое то. Единственное сладкое, что я такое прям ем. Тут нету сахара в ней. Она очень вкусная. Хорошо, что дети ее не любят. Плюсы того, что дети не любят арахисовую пасту. Они ее не съедят. Она всегда есть. Я поела, поставила и знаю, что ее никто не съест. Сейчас пойду сушить волосы. Наверное, сегодня пенкой уложу их и... Позвоню, спрошу, смогут ли меня увезти. Хочу Нику увезти на прививку, нам нужно. Вот, так что поедем, наверное, на прививку, съездим. Плюс мне нужно было еще железного купороса купить. Мы тут кристаллы пытаемся выращивать, которые у нас не выращиваются. Вот, нужно еще. Потому что тут банок напортило. Целую кучу тут он кристаллов. Чтобы они росли. Они у меня не растут. Вот. Барбара показывала вчера, какие они красивые кристаллы вырастили. Ох, засранцы. Вырастили в этой... Где они этот мусор взяли? Ох, засранцы. Где они этот мусор? Ну, сейчас покажу. Ну, смотрите, вот мальчишки. Какой-то мусор вытрясли с пакета. И стоят там, ковыряются. Нахрен все замусорили. Смотрите, сколько мусора они там вывалили. Просто... Я не знаю, то ли они свой пакет, то ли они просто с мусорки притащили. Не знаю, откуда они взяли. Пипец, конечно. И пошли. Там, смотрите, сколько после них осталось. По поводу мусора, это у меня прям это больная тема. Зачем вы мусорите? Ну, унесите вы в мусорку. Блин. Капец, короче, опять все за это. Про Варвару хотела рассказать. Они из медного купороса растили. У них синие кристаллы. Там такие большие они вырастили. А у нас нифига не получается. А еще зато у нас растет салат. Смотрите, какой вырос. Тут, в принципе, еще будет вот три листочка. Его бы еще пересадить. Но если я пересажу, он будет в большом горшке. Кошка его точно слопает. Я туда водички подливаю ему вниз. Не сверху лью, чтобы это... А снизу он сам корнями питается. Ну, вот такой вот вырос. Мы вчера хотели еще такое купить, но его не было. Варвара мне говорит, мама, купи салатика. Но салатика не было. Так что все, пошлите сушить волосы. И собираться. Пошли мы с Варваркой на танцы. Сейчас сначала мусор выкинем, забежим, купим в магазинчик тетради. У нас закончились у Варвары. А сегодня был такой трешак, я прям пожалела, что поехала в клинику. Я там вам фоточки скину. Это ужасно, как она у нас выглядит. У нее даже не то, что собаку, у нее даже на это, на опыты никого не хочется отдать. Жалко будет, что замучают. Давай-давай, быстрей. Переходи. Ну и, короче, сегодня была девочка, не сам он. Обычно там хозяин, и он нормально. А она у него все спрашивает. Я думаю, господи, если ты не так разведешь, что с чем разводить? Потом она не могла найти эти банки. Короче, я там минут 30, наверное, пробыла. Первый раз так долго. Потом она не знала, что куда клеить. Осторожно, собака. Что куда клеить. Потом... сколько стоит. Короче, она ему постоянно названивала. Я думаю, блин, как так? О, у нас мусорка превратилась в помойку. Ну что, скоро моя лавочка будет всегда со мной. Привела Варюшку и сижу на улице. Скоро будет тепло. Постоянно сидеть на лавочке. Сняла видос и поняла, что мне не хватает одной штучки. Во-первых, одежда нормальная. Мне не понравилось, как я выглядела.
в куртке, и в толстовке, в кофте в этой. В общем, смонтирую, посмотрим, что получится. Не знаю, но тут пока тенек. Здесь летом классно сидеть, жарко, а здесь тенечек и нормально. А сейчас здесь все равно прохладненько, пойду посижу там. Вот. О, в самом ледовом купили тетради. Ой, в клеточку и в узкую ледейку. Варвара покушалась на ручку, но я говорю, мы только в фикс-прайсе, но купили кучу ручек. Я хочу какую-нибудь красивую, красивую. Я говорю, это красивая, а через день валяется на полу. Сегодня столько ручек поднимала, пока мыла пол. Сегодня, в общем, позвонила, чтобы свозить собаку. Мне говорит, сейчас я освобожусь, я... Та-та-та-та. Думаю, ну ладно, это надолго. Я так предполагаю. Жорик пропылесосил, я взяла. У меня же мамина швабра еще стоит, я же ей еще не отдала. Взяла паровую швабру. Чик-чик вообще. Минут, ну не знаю, 10 максимум я потратила. Мне кажется, даже меньше. Весь пол пропарила, все поубирала. Сразу так чистенько, кайфово. Шерсть все-таки с двумя животными. Это вообще, конечно, ад-адски. Везде она. Кошачья и собачкина. Вернулись мы из танцев. Забежали, купили наггетсы. У меня сегодня жабонька моя за 160 рублей. Так, взяли финики, взяли манго. Это я хочу прям вообще капец как увидела. Оно такое красивое, вкусное, мягкое. Хочу манго. Так, взяли тетради. Варваркины. И она еще убрала у нас еще мороженое. Это я так худею, но мороженое не считается. Я худею, но мороженое — это есть мороженое. Так, сейчас поставлю жарить наггетсы. Я, кстати, пол яблочка съела перед отходом. Сегодня с утра ела, получается, лепешку, как я обычно делаю. Зашла сейчас, думала, куплю авокадо. У нас с авокадо вообще такая проблема. Просто зеленая зелень лежит. В общем, я не стала ее брать. Потом в обед я ела крошку. Мне еще, кстати, сейчас достану ее. Крошка еще есть. А крошку ела и ела слайс с арахисовой пасты и с бананчиком. Это у меня был такой десерт. Ну и все, вечером сейчас, кстати, окрошку достать, чтобы она тут не было эффекта, что она сейчас зубы сломает. Я не люблю его окрошку с холодильника вообще. Все, сейчас буду готовить наггетсы. Готовятся они 6 минуточек. Мне Варя сейчас шла, доказывала, что они готовили такие наггетсы в микроволновке. Хотя они готовятся либо в духовке, либо на сковороде. Так что, в общем, сковородочку. Еще была одна крутая идея, но не знаю, сейчас я успею. Наверное, сейчас пока наггетсы жарятся, я быстренько ее сниму. Кушать готово. У девчат будут спагетти и наггетсы. Еще кукуруза у нас есть. И я приготовила. Смотрите, какая красота панкейков. Наготовила девчонкам. Будут баловаться панкейками. Сейчас пускай остывают. И надо снимать видео. Вот, так что мы будем кушать. Всем приятного аппетита. Тут так солнышко светит, я смотрю. Прям красиво. Скоро у нас будет закат красивый. Это Варвара собралась. Все уроки сделали. Ура, ура. Только я посуду не помыла. Это убирала. Так что Варюшка отправляется спать, а я мыть посуду. Никусечку прискакала. Никусечка. Ну, эти возочки. Тебя сегодня не показывали. Ника. Ника. Нет, вернусь. Я спать хочу. Пойдешь, если мы спать. Всем спокойной ночи. Всем пока.